Привет, народ! Сразу вслед за ремонтом фонарика хочу рассказать один маленький лайфхак. Часто в фонариках батарейки болтаются. Такие вот погремушки. От этого свет моргает или даже не светится. Разные есть методы решения этого вопроса. Я нашел, как мне кажется, оптимальный. Решается все с помощью вот таких вот бумажек клейких. Достаточно накрутить бумажку, и батарейка прекрасно центрируется корпусе и обеспечивает надежный контакт. Бумажки можно легко подрезать под нужный размер. Можно срезать уголки и примерить. Так, еще трясется, но уже стабильно загорается и выключается. И не тухнет, что, в общем, вполне достаточно. Для больших батареек можно наклеить сразу же парочку бумажек. Вот это идеально подошла, плотно входит и плавно выезжает, что, в общем-то, и надо. Там что-то болтается, но это уже не батарейка. В общем, вот такой лайфхак. Использую уже несколько лет, всегда отлично помогает. На этом все. Пока-пока. Кому понравилось, ставьте лайк. Это проект Хэндимада. Подписывайтесь в YouTube, заходите на другие социальные сети. Все они есть в описании. На этом все. Пока-пока.